Служба региона готовится к межсезонному половодью. Метеорологи прогнозируют заторы, и в случае выхода воды из берегов может потребоваться помощь спасателей. Как для применения взрывчатки, так и для помощи людям. На подготовке сотрудников МЧС побывала Юлия Великодная. Тренировки – неотъемлемая часть жизни спасателей. Признаются, что все действия отработаны до автоматизма. Отряд в 25 спасателей отрабатывают спуск с вертолета. Тренировка проходит, на отлично. Спасатель выполняет, справляется со своими поставленными задачами. Сейчас будет отработка, еще посадка в лес. То есть будут спасатели отрабатывать спуск в лесной массив. Кусты, деревья, сотрудники МЧС готовы к любым ситуациям. Ну а правильная экипировка – залог успешно проделанной работы. Снаряжение мы используем, получается, альпинистская каска, защитные очки, поясная обвязка, спусковина и один карабин. И обязательно должны быть наличие перчаток на руках. Бригада опытная, работают не один десяток лет. В половодье, ледоход, у каждого на счету спасенные жизни. Да, на палатке мы несколько раз встречались на островах людей. Когда ледоход идет, люди, не зная об этом, идут рыбачить по островам. И вот несколько раз пришлось снимать с островов дедушек, детей также на лодке катающихся. Настоящие мужчины – профессионалы своего дела. Они готовы в случае необходимости прыгнуть с парашютом, оказать психологическую помощь. Во время половодья они готовятся не только помогать людям, оказавшимся на территории затопления, но и подрывать участки затора. Постоянно тренируемся, чтобы отработать навыки. А можете посчитать, сколько у вас уже спусков? Нет, не могу. Много. На вопрос, готовы ли к половодью, спасатели с уверенностью отвечают, что готовы. Юлия Великодная, Григорий Охлопков, Якутск.